В Казанском федеральном университете стартует кампания по временному трудоустройству иногородних студентов на летний период. На первом этапе университет предложит около 300 вакансий по различным направлениям. То есть это в рамках поддержки иногородних студентов, которые остались в общежитиях университета. Как раз вот на период вот пандемии. Те вакансии, которые именно выставили департамент по молодежной политике, мы выставили 70 вакансий, они могут работать дистанционно. Со списком вакансий ты можешь ознакомиться в личном кабинете студента в разделе «Вакансии КФУ». Для трудоустройства желающим необходимо в данном разделе выбрать «Департамент молодежной политики», найти интересующую вакансию и внизу страницы нажать «Откликнуться». Далее необходимо заполнить анкету по форме на сайте. Каждое структурное подразделение, каждый институт определил все вакансии, которые ему нужны. Где студенты могут быть востребованы, где студенты могут оказать помощь и где могут работать. Мы определили для себя, это сотрудники колл-центра, это те, которые могут для нашего департамента формировать видеоролики, отчеты. Это студенты, которые могут делать какие-то, формировать нам брошюры, быть редакторами. То есть на сегодняшний день поступило больше 160 резюме от студентов. Также студент может отправить свое резюме на почту, которая указана на экране, и указать интересующую его вакансию. Резюме будет рассмотрено в течение 3 дней. Подробнее о трудоустройстве можно узнать по телефону 8 906 114 23 09 или написать свои вопросы на почту работа@кфу.gmail.com. Диана Желенкова, Лилия Талипова, Универньюз.